что у нас тут осталось? Копыта. Копыта, ран. Этот черт рогатый. И ласт все. 4 босса. Такими темпами вообще на изи. Ну вот, много кому кондёр тут нужен. Мне, например. Хлебни там 5 секунд. Эймер, да. Да я хлебнул. У меня фласок 200 штук. Гера не надо. На рано лучше стал. О, как обычно, нихуя, ничего. Посох прикольный, кстати. Угу. Тут сейчас этот самый гусь с лицом пламени. Хоть бы его вообще не было, я Геру дам, чтобы до него залить и все. Вот это ДК, я не уверен, что в курсе. Ну чё мог-то встал? Выходит. Ладно, пофиг. Может его и не будет. Чё тогда поставишь его? Сейчас я дам Геру. Пускай забукстят его и всё. Thank you.
Ярости нет, тут пидор только кастует, он никто не бьет меня. У тебя на друиде разве ярость? Ну конечно. А ты что думал, энергия что ли, друида? Я думал, у тебя это концентрация. Ты чё, это ж лички. А, точно. Аутисты есть? Аутистов нет. У нас почему-то Макс стоит, ничего не делает. У меня 4 голема брат стоят, вот. Прыгивать надо, да, почему-то. А, или сейчас это. Где в пустоты вот сюда. Сейчас дракон. Жалко, нельзя сразу на ласта пойти и забить на этого дракона. Так, что тут делать? Один реально походу в ротации. Провокация. Нет. Они не тумчатся. А, понял. О, нихуя, я жирник. Что происходит? Наверное, тебе какой-то дебаф, он тебе не дает прохиливать. Так хиль, ебаный. Забей. Он не прохиливается, у тебя хп автоматически.
отхиливай на фу. Не знает. Че за хуйня? Так, с диспель паладин. Ну хули. Не отображается. Мы же не умеем диспелить паладин, да? Сними это дерьмище с меня магическое. Хорош. Неужели? Теперь захиливается. Теперь можно? Я и буду. Так посмотри, бафа на мне нет магического. У меня просто не показывается ни в хилботе, нигде. Может, ты магию не можешь снимать? Ну, извините, я шаман. Так, кто чё разбил? Насколько я помню, хил просто стоит и хилит. Никуда не лезет. Захили варить, нахуй, готовься захиливать. Цепухи. Прожал. Кто-то, ну, стоит у босса там до конца, блядь, чтобы в нас это дерьмище летело. Может, тотемы, то, что я не убрал. Хуй знает. Но я вроде никогда тут не убирал. Почему, может, под герой зальем? Где отсюда? Да заливайте. Ну КД Гера. Че, давать Геру? Она КД. А, у меня просто нет. Я тоже нет. Наплевать уже на Молчазара ставлю. Тут до изгнания еще долго. Спять залить. Да. У мага ДПС маленький. Хазачи с ним. Сейчас, если кому интересно, буду иконя собирать. Потом уже 25-ки попозже. Чинитесь, кому надо. Кстати, не помешало бы. Значит, локи, ССы раскидайте на тех, кто может массовое воскрешение давать. Вдруг если разок вайпимся. Надеюсь, мы не вайпимся. Все тактику знают. Если к воротам упадет метеор, то будете отбегать. Геро с полу или на 35?
где шахматы, ебать? А, мы их пробежали, да? Так. Ну, метки не могу ставить в курсе, куда убегать. Лема, отводи. Будем по стенке двигаться. Отбегаете, вот, наверное, сами знаете. Нам куда отбегать? Смотри, сейчас минус. Сколько? 1 ВРД. Причем бесящая говорит, что знает тактику. Куда ДДшникам отбегать как миликом? Давай подумаем. Босс дает кольцо вокруг себя на 30 метров, да? Когда у вас 1 хп, он вас с 1 хп убьет. Куда нужно отбежать? Все правильно. Отбежать нужно туда, где... дальше, чем 30 метров расстояние до босса. Место, откуда бьют РДД и не умирают. Ну, лок тоже БЦ. Теоры падают, если убьете. РДД, немножко отойдите. Ты прям сейчас и кто больше собирать? Так, ну-ка напомните ко мне, где квест дается? Здесь? Или вот этот на погибель? Или в Долоране? А, здесь. Нет, он возможно вообще сдается в... как он, за пределе? Нет, здесь возле Каражанова.